на открытии второго дня, заключительного дня Олимпиады «Невские звезды», которая проходит в рамках радиологического конгресса «Невский радиологический форум» 2017 года. И для открытия второго заключительного дня Олимпиады мы передаем слово председателю жюри первого дня Юрию Александровичу Васильеву. Я хотел бы поблагодарить всех вас за принятие участия в первом дне и доложить председателю и членам жюри второго дня дела и должности, которые мы осуществляли в течение первого дня, и рассказать им, как проходил первый день Олимпиады. Первый день, первым конкурсом было видеопредставление роликов команды. Это действительно очень интересные ролики, очень интересные видео команд, которые действительно поразили нас своими талантами, своей разносторонностью. Итогом которой мы выбрали победителя, который мы объявили в конце. И это и некоторые слайды из их видеопредставлений. Также был представлен видео от команды из Якутии. Однако мы не могли не взять их участие, поскольку они работали, и при голосовании они также принимали участие. После чего был второй конкурс клинических случаев, по итогам которого были выбраны 5 команд. Это «Лучи добра», «Церебрум», «Луч», команда «Эр» и «Икс-Пачмак». После чего они прошли отборочный этап самого умного, и по итогам в финал сегодняшнего заседания вышли 4 команды. Это команда «Лучи добра». Хотел бы их поздравить. И, на самом деле, начали занимать места в первом ряду. В финал вышли 4 команды, поскольку у 3 из команд были абсолютно одинаковое количество баллов по итогу самого умного. Поэтому нам пришлось включить 4 команды. Хотел бы пожелать всем удачи и передать разные правления членам жюри второго дня. Вот, мы хотим вас поприветствовать в стенах экспофорума, на Невском радиологическом форуме, на Олимпиаде, на финале Олимпиады, и пожелать вам бороться за первое место, а второе и третье оно само дойдет своих претендентов. Я желаю вам, чтобы вы были остроумны, чтобы вы проявили свои знания, чтобы выиграл сильнейший. Ну, мне вообще очень приятно видеть вас всех, потому что вы наше будущее. Очень приятно понимать, что жизнь твоя прожита не даром, потому что, оказывается, талантливых специалистов довольно много. И то, что вы хотите систематически совершенствоваться и получать знания, это самое дорогое, что есть у каждого преподавателя. Это во-первых. Во-вторых, я вас поздравляю с тем, кто вышел в финал. И хочу сказать, что вот это начало говорит о том, что вы выбрали правильную профессию, и правильно идете по жизни, но даже вот этим первым шагам каждый из вас обязан своим учителям. И никогда не забывайте об этом. Учитель – это, наверное, второй человек после родителей. И хороший тот специалист, который всегда об этом помнит. Вам я желаю, конечно, победы. Не важно, какое место, важно участие. Это самое главное. Счастливо вам в пути и всего вам хорошего. Вам, родителям вашим, без которых вы не шло и не звать вас никак, и, конечно, вашим учителям. Самое главное – собраться людьми. И формат второго дня – это конкурс, который называется «Брейнринг». Итак, перед вами сетка с вопросами. Посмотрите, пожалуйста, у каждой команды она есть. И первый, кто выбирает себе категорию, ценность вопроса – это команда «Лучи добра».
МРТ-300. Данная локализация сигнала в МРТ используется при резервном поле. Только у них чаще всего возникает этот фактор. По закодирующей. Да, все верно. Следующий вопрос. Тонография 300. Что такое перевод плача? Время ушло. Спасибо.
Проведение эндокринной остеопатии при болезни Грейса. Порядок получения изменения кожных мышц можно запомнить по акрониму АМСО. Следующий вопрос, пожалуйста. УЗИ-300. УЗИ-300, пожалуйста. В чем заключается проба Вальсальва при проведении УЗИ для нижней конечности? Проба с напряжением перенесения, с оружием и тем самым падение, 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 падение. Перечислите основные сетевые свойства формата для iPhone версии 3.0. Могу предположить, что возможно сжатие и изображение формата для iPhone без существенной противокачества. Для перекачивания какие-нибудь, ну, надо ли много расстояния между сетевыми зонами. Образование головного мозга. Как бы сейчас назывался подобный период?
Спасибо. Нет, я больше в этот тоже не полючу. Время на к концу, ваш ответ. Где же все на деньги? Это называется «Другого земли», в Париже взялось смещение среди института «Алмогута» и официально наличие образование. Пожалуйста, все вопросы. История. В каком году произведена премия за профессиональной географии? Для которой Духовный Ходцы.
Белый полумер, реализованный в 1500 году в качестве эмблемы Всемирного конгресса сторонников мира, является одним из самых узнаваемых символов мира. Кто был автором этого рисунка? Мы хотели бы объявить данные итоги, они действительно очень интересные. Видеоролик, который вам больше всего понравился. И первое место приза зрительских симпатий занимает команда «Паксман». Я думаю, это очень заслуженно, и мы бы хотели на самом деле продемонстрировать вам их видеоролик. Команду «Паксман», и по итогам хотел бы отметить, что второе место с небольшим отрывом заняла команда «Виктория» с их тоже роликом. Однако у нас здесь присуждается только первое место, и отрыв достаточно значительный. Представленной командой «Луч добра» в клиническом случае был действительно самым интересным. В клиническом случае была представлена через кожную, через печёночную холангиографию с блоком на уровне конфлюенса. Это была опухоль Клацкина, карцинома внепечёночно-желчных протоков. Но кроме того, у этого пациента была очень редкая аномалия развития, которая в литературе получила название «правосторонняя круглая связка печени» и «ложный левосторонний желчный пузырь». Что, в принципе, характерно для этой аномалии, она была связана еще и с редким вариантом ветвления воротной вены и редким вариантом ветвления желчного дерева. И при этом круглая связка
присоединялась к четвертой ветви восьмого сегмента. Ведомство. Спасибо большое. Мы благодарим вас за интересно представленные книжки. Слушайте, на самом деле мы специально вот не предупреждали ни команды, никого, чтобы вот коллега, которая нам вчера рассказывала этот клинический случай, они представили, другая команда его пыталась угадать, расшифровать. Но... Откуда вы, прелестное дитя? Рон, имени Бухина, город Москва. Браво. Вопрос. Теперь я хотел бы передать слово членам действующего жюри о распределении мест команд по итогам всего лучшего конкурса. Дорогие друзья, наступил решительный момент. Борьба, естественно, закончилась победой. И жюри совместно с ведущими подвели итоги нашего конкурса. На третьем месте команда «Лучи добра». Они заработали 850 баллов. Это жёлтый, да? Онкоцентр, Бухина, Москва. Знаете, российский центр, да? Вот они у нас занимают третье место. Следующий. Второе место. Серебрит. Серебрит. Общество поздравляет вас и дарит для вас
школу, регистрацию на школах обучения радиологии, которая будет проходить под эгидой общества. Подробности мы с вами обсудим уже после награждения, но регистрация на какой-то школе вас ожидает. Кроме того, Владимир Васильевич, конечно, мы так или иначе связаны с военной медицинской академией, но если бы мы это не устранили этот недостаток, нас бы обвинили. Поэтому второе место, серебряное место, это достаточно почетно, мы искренне за вас рады и поздравляем вас. Ура! И также от имени Санкт-Петербургского радиологического общества дарим вам комплект книг, которые побольше, соответственно, в единственном экземпляре, остальные разберете по интересам. Кому-то понравится тазобедренные суставы, кому-то понравится верхняя конечность. Итак, на камеру улыбаемся, почетное вручение. Спасибо, ребята. Ну что ж, и теперь победители, первое место. Так хорошо получается. Итак, победителем объявляется по результатам пересчета голосов команда Института мозга человека РАН, команда Церебрум. Мы поздравляем вас с первым местом, желаем не останавливаться, и голова должна руководить всем. Поздравляем. Также от Санкт-Петербургского радиологического общества и спонсора книги, это магнитная резонансная томография предстательной железы, еще вам и вам. Итак. И самым главным призом от Санкт-Петербургского радиологического общества и от Невского радиологического форума это для каждого участника команды регистрация на конгрессе RSNA для онлайн-просмотра. Спасибо. И еще одно фото, пожалуйста, смотрим. Поздравляем! Так, фотографируйте еще раз. Да, сейчас. Ну, сразу, да. Сюда. Теперь налево. Вот здесь. И теперь налево смотрим. Вот сюда. Спасибо.